Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому для поездок по Подмосковью на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Оформление пропусков начинается с понедельника, 13 апреля. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Скачайте приложение госуслуги «Стоп коронавирус» в Google Play и App Store. Введите логин и пароль от аккаунта на госуслугах. Если их нет, понадобится регистрация. Передвигаться пешком пока можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.